Традиционно первый большой концерт для буевлян в новом учебном году Бойский областной колледж искусств приурочил к Международному дню музыки и Дню пожилых людей. 1 октября концертный зал колледжа был полон. Сегодня, 1 октября, мы празднуем День музыки, День пожилого человека. Это два прекрасных праздника, два прекрасных повода для того, чтобы именно сегодня, в этот день, открыть творческий сезон. Сегодня колледж искусств открывает вот этим замечательным, потрясающим концертом, новой выставкой, новые номера, новые артисты на сцене, новые коллективы. Все очень интересно, все ново, все свежо, много энергии. У ребят глаза горят, зрителей целый зал сегодня. В общем-то, очень приятная, теплая атмосфера праздника вот этого. Здесь сегодня всех нас собрала, и музыка нас объединила. Представители старшего поколения и просто любители классической и современной музыки со сцены поздравляли студенты и преподаватели. Выступления творческих коллективов колледжа и солистов сопровождались громкими аплодисментами. Хор «Кредо», духовой оркестр, различные ансамбли, пианисты, а также сводный хор специальной детской музыкальной школы исполняли классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов. Концертная программа порадовала буевлян своим разнообразием, насыщенностью, яркими выступлениями, а также добрыми словами и пожеланиями. Впечатление всегда хорошее от посещения Буйского колледжа искусств. Каждый год мы с супругой посещаем вот именно на День пожилых людей, потому что здесь всегда хорошие концерты. И в этот раз, мы не ошиблись, очень понравилось. Вот мне хотелось бы особенно выделить, я люблю духовые оркестры. И вот сегодня мне понравилось выступление духового оркестра. Все замечательно выступали, но вот духовой оркестр мне понравился. Большое спасибо работникам колледжа за предоставленное удовольствие. Пользуясь случаем, я хочу поздравить вас тоже с праздником, сегодняшним Днем музыки. Ну, а всех буевлян пожилых, я отношусь к этим людям, поздравить с Днем пожилых людей, пожелать здоровья, чтобы не болеть, ну и всего самого-самого наилучшего в нашей жизни. От концерта я сегодня в восторге. Я постоянно посетитель ваших концертов. Я очень люблю живую музыку, всегда ходила с сестрой. Но сегодня я пришла с подругой, мы остались в восторге, потому что каждый раз на каждом концерте что-то бывает новое. А сегодня я вообще от детей, от девочек, которых вот видела, в музыкальной школе видела, а здесь они вышли на сцену. Это было что-то. Эта вот гордость за наших детей, я не могу это высказать. У меня от счастья просто слезы. Я не знаю, я так рада вот концерту, я не знаю, как вот это все передать. Может, это неестественно или еще что, я не знаю. Но это здорово. Наше училище растет, наши дети растут. Я знаю, что очень многие поступают в консерваторию. Это вот гордость какая-то или еще что-то. Очень здорово. Очень приятно. И спасибо вам за то, что зал у нас в этот раз новый. Очень, очень приятно. Садишься, как действительно в большом концертном зале сидишь. Очень удобно, очень хорошо. Это неописуемо. Я говорю, наше училище стоит всего. Я рада. Спасибо вам большое.